Сегодня у нас 31 августа, поселок Потеряевка. Вот дорога наша новая, которую сделали, значит, дрова тут у Игоря Глушкова вижу. Вот. Корни эти, которые от деревьев остались. О, тут Игнатий с детьми. Камушки собирает. Камушки набирай и кидай. Становись на место. Опять... Самый младший это Назарий, который постарше Варлам. А самый старший из нас Степа. Раз туда. Выбирай, учись. О, это грейдер. Он растащил. Добрый день. А зачем нам это? Наш... Добрый день. Вот так вот беру их в кучу, пальцами растопыренными. Гляди сюда, гляди. Гляди. Я пальцами вот так вот растопырил. И веду. А тут поднял, песка и нету. Все. Потихонечку давай. Вот так, гляди, как делаю я. Они, видишь, изобретатели. Сразу начали делать по-своему. На базаре набрал этот варлам и запулил вон туда, к столбу. А там к столба-то, там дороги нету. Иди ищи, ни одной не нашел. Все. Их одних на минуту нельзя оставлять. Вот смотри, ты нагреб, бери вот так вот, Степа, гляди, вот так вот в кучке, вот так вот взял, никуда понимать не надо, далеко, я от земли не отрываю. О, тряхнул, все, чистые камушки, и бросаю, чтобы они кучно ложились, видите, как-то они в дребезге разлетаются. Самая маленькая работа, и нужно делать ее хорошо, как для Господа. Давай, делай все время, не сидишь, работник не очень хороший. Давай. Никого больше нету. Позвал их бабу Валю. Осталась только Серафима, она не видит камушки. Она только большие видит, как чесноковки свои. Я говорю, сегодня вы к Неонели пошел, молитесь. В районе будут решать тому, что с Потеряевской школы. Чтобы Господь побудил их сделать... Доброе дело. Да кого учеников мало? Мало. А когда 15 человек учат одного, много или мало? Царских детей. Это дети Царя Небесного. У них и грамота должна быть хорошая. Они должны знать божественное, мирское. Бога не потерять. Во. О, Варлам, много песка берешь. Я сейчас беру. Сразу взял. Не поднимаю никуда, прямо на месте. Вот, все, полный пригоршня, песка нету. То есть даже здесь и то надо приспособиться. Все. Вот под тобой остались камушки. А бери позади сколько. Побери их подряд все. Чтоб сзади не оставалось ничего. Вот так приучаются дети к труду. В городе он ничего не будет делать, там готовое. А раз готовое, значит, ничего не умеет делать, ничего, только ломать. Здание покинуто, окна выбить. Камнями бьют по указателям дорожным. Я сколько раз ловил их на этом деле. Давай, Назарий, смотри, хорошо делай. Ну еще пальцы растопырил-то. Ты вот выбирай, вот так вот. Вот так маленько тряхни, песок ушел. Ну а теперь дальше, видишь, как далеко он раскидал. Это не машины. Это грейдер. Ну давай, бери камушки туда. А ты вот так, 2-3 камушка бери, вот так вот. Вот так. Кидать только на трассу. Смотри, сколько. Натурникали. Здесь никто не поедет. Дорога вон где. А вон куда раскинули, насколько дальше дороги. Надо подправить ее.
Нам никто это не сделает. Ну, вот так. Смотрите, что я нашел. Стеклышко. У Назария уже получается начинает. Это надо, Саня, столбушку. А? Это рядом, столбушку вот надо. Иди. Варлам. Далеко не надо, вот здесь вот. Ой, подожди, ты прям на шею мне. Вот так вот кидай, вот так, вот сюда кидай, вот сюда. Сверху не надо кидать-то. Ты как петушок, скребешь ногами. Бери камушки в руки. И камушек возьми, песок не кидай. Камушки выбирай. Ну да, камушки, чистые камушки вот такие вот. Вот, песка нету. А вот это песок называется. Давай, сынок. Делай. А потом поедете здесь. Ой, тут хорошо ездить будет. Здесь грязь была всегда, грязи не будет. Давайте, ребята. Мы это делаем. Приготовьте путь Господу. Сделайте прямыми стези ему. Вот мы. Потому что к нам приезжают люди верующие. Вот мы прямым сделаем путь. Есть архиерей. Митрополит Сергий. Ему, знаете, как будет это интересно? Не было дороги, вдруг дорога. Была грязь, а сейчас чисто. Ты песок не кидай. Только камушки одни. Камушки бери. О! Давай. От них никуда нельзя отойти. Только шагнул, они сразу по-своему делают. О! Давай, иду, они отряхивают, тут грязи нету. Смотри, как мы выбрали этот край. Это смотри, сколько было, а уже все. Это не одно ведро. Ой, эксплуатирует детей, сейчас кто-нибудь бездельник заводит. А он ничего не знает, он знает только наркоман, да это токсикомания. Дышит пакостью всякой. И вот как увидит, что дети работают, а его обличают, он-то паразит, ничего у него нету. Растет разбойник, бандит. И они нападают сразу. Ой, дети малые заставляют работать, эксплуатируют. Это как африканское рабство, рабов привезли тебе. То есть, что он в школе проходил, лепят. Теперь я узнал, что такое рабство. Это вот американцы делают. Ну зачем ты песок ты? К чему ты? Я сказал, песку собирай, ты уже сразу начал. Ну, вот я гляди, что это? Ну что это я делаю? А он камни, он старший. Он камни подгребает. Ну с камнями поскребать кучку рядом. Я же не говорил так. Он как соскребает? Ничего не соскребает. Соскребать вот, как вот, гляди, со всех сторон. В одну кучку. Смотри на меня, пока не делай. Гляди. Я вот я не поднимаю никуда. Гляди. Что осталось? Чистый камушек. Опять беру здесь, потому что она с песком. Все, чистый камушек. А как он собирает, когда он не просеял, еще один песок летит? Это не собирание, это нехорошо так. Давайте, ребята. Подожди. Он песком уже кидается. Камушки бери по отдельности. Камушки просей, чтобы песка не было. Далеко не кидай. Он обязательно через дорогу будет перекидывать. Вот интересно, в человеке заложен этот грех. Рядом нахожусь, и каждый раз он делает каждое движение неправильно. Уже показал, все. Видишь, он гребет. Че ты песок берешь? Зачем? Ну-ка сядь. Камушки бери. Вот это камушек называется. Бери камушки вот такие вот. Вот. Чтобы одни камушки были. А что ты песок-то берешь? Песок не надо брать. Бери вот так вот. Это, Варлам, сядь на место. Сядь. Трясти не надо вверху, глянь на меня, глянь. Варлам, гляди на меня. Вот камушки беру я их не поднимаю. А вот так вот пальцы поставил, все, песка нету. Раз рядышком, а сюда вот, только кидай-то. Зачем ты туда к столбу-то кидаешь? Вот что он может придумать? Никогда не придумает. Он сейчас маленько погодя, так с песком, раз, и меня прямо за шиворот песок. То есть сатана не оставляет самых маленьких детей. Делать напротив все. И вместо пользы получается один вред. Делаем так, как я. Гляди сюда, гляди. Во, гляди. Видишь, какая чистая? Бери вторую рукой-то. Во.
Кидай туда, вот туда вот. Кидай. Куда ты кидаешь-то? Ты еще делаешь, старик. Ну-ка, держи. Вот сюда вот кинь. Зажми. Просто бросить, вот сюда. Нет, не выбросишь. Выключи вот так вот. Ты разбросаешь, что разожми кулак-то. Гляди. Теперь кулак-то разожми вот так вот. Опа. Давай вторую руку. Во. Вот теперь ты положил. Зажимать не надо. Пальцы не надо зажимать. Кидай туда. Тут же и упало все. По одному камушку бери. Вот тут две камушки. Бери вот так вот кидай. По одному бери. Да, лучше. Камушек пал. Бери. Вот камушек. Вот. Еще растопыршил-то, папли. Давай. Вот это камушек называется. Бери. Поверни назад-то эту. Тепло поверни. Шашмуру свою. Вот так. Во. Камушек бери рукой. Камушек возьми в руку. Ну бери, бери, бери его, бери. Вот этот сверху бери, вот он сверху лежит. Бери вот эти камушки. Камушки бери рукой, рукой. Вот так бери. Вот сюда кинь, вот сюда. Бросай туда. Бросай сюда, бросай. Кидай туда. Вот сюда камушек, брось туда камушек. Во, так ты можешь делать? Да. Как говорится, лицо не испорчено интеллектом. Давай. Давай, Назарий, старайся. Войдешь в числе первых, которые сзади. Давай. Бери камушек в руки, бери. Кидай сюда. Во, сам бери. Бери камушек. Во, бросай туда. Все, пошло дело. Главное, что процесс пошел, как Михаил Сергеевич Горбачев говорил. Бери камушек, кидай. По одному кидай. Пошло дело. Ну, брат ты мой, а я думал, о, смотри, чтоб камеру не разбили. Давай, бери, бери. Ну, точно. Ах, подальше маленько, чуть-чуть. Не добросил. Так. О! Какой-то камень нашел красивый он. Все, потуже с песком. Не надо кидать. Прямо так рядом кинь, все. Зачем выше головы кидать-то? Вот смотри, сколько здесь было. Целый язык туда высунутый, это камушков-то убрали, все. О, ребята, у меня работает замечательная. Все, отдыхайте. Давайте встанем, помолимся. Господи помилуй, шапки снимайте, шапочку. Вот там восток у нас, храм. Помолимся, давай. Господи, слава Тебе за Твою доброту к нам, за любовь, что Христос, Спаситель наш, умер за нас, пролил Свою пречистую кровь. Ты дал нам работу, чтобы в поте лица ели хлеб. Благослови эти власти, чтобы они нас не притесняли, чтобы школу не закрывали, чтобы было куда вам ходить в школу. Да благословит Господь нас. Тебе, Господи, слава, Отец, Сын, Святой Дух, аминь. Аминь. Ему скоро 3 года будет уже. Надо его научить. Ну, давай вместе. Фуражку возьми, ту руку, вот туда. Ну, что двумя руками, ты милости не просишь. Давай, пальцы сложи, как? Старообрядчески. Давай, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Кланяйся как следует. Во, а ну-ка сам. Пока его учишь, сам разучишься кланяться. Это у меня новые штаны, что-то я их запачкал. Тут надо было с собой что-то взять, переползать. Ну хорошо, пошло у нас дело. Смотри, сколько мы уже пробрали. Сейчас пойдем туда дальше. Давай. О! Все. Глянь, какая дорожка получилась чистая. Один песок. Ну а дальше дело пойдет. Пойдемте. Дальше сейчас пошли туда. Ну тут камушек 2 лежат, это уж не так и важно. Пойдем там в траве, он есть. Его надо вытащить. А
Ага. Пойдемте из травы, главное из травы. Вот это вот. Ну-ка давайте. По одному камушку. Вот он, смотри. Вот это значит. Камушку туда. А кусок вот сюда вот, а прямо от кусок. А ты можешь, вон там все, по-моему, возле велосипеда. Видишь, он как задел за землю. Давай, вот так. О! Так, Назарий, отойди-ка в сторонку. Пойдет вот, дело. Смотрите, как он. Процесс пошел. Перестройка началась. Впереди ждут вас большие изменения. Учеников спрашивают, кто такая Крупская Надежда Константиновна. Никто не знает. Одна девочка, я знаю. А кто она? Коммерсантша какая-то. Коммерсантша. Жена лживого вождя, кровопийцы. Никто не знает. Как будто его не было никогда. Он слепой был, дурной. Куда привел людей? К этому и вернулись? Так нет, Россия такой не была. Это другой человек совершенно. Вот он как. Давайте песочек оттуда вытаскивайте. Видишь, куда заехали? Засыпал. Молодец. Вот сколько песка. И никуда этот песок. Видишь, он его свалил. И все. А что он сделает? Ничего не сделает больше. Его надо сейчас подгребать. Трасс. Все, по-моему, там, сзади тебя еще полно, под велосипедом. Давайте. Смотри, сколько нашли песка. Ничего не делать, ничего и не будет. Вот смотри, мы начали здесь делать. А те, которые здесь были, никто даже не поинтересовался, а что тут песок. Оказалось толстым слоем. Ну, с камушками туда. А его вот возьмут Чечню, одна пулька, двоих-троих нету. Сколько горя, сколько слез. А он сидит там, пьет, не знает, куда себя деть. Никого не помнит. А потом поехал поклоняться в Иерусалим. Я говорю о Ельцине. Коммунисты писали ему там, парфидиакон, ты мне, Господи, первого президента Российской Федерации, ой-ой-ой. Богу нужна Российская Федерация, слава России. И президенты нужны. Почему не сказать пьяница, безбожник, разоритель страны? А коммунисты писали кол осиновый ему вбить в могилу. Что он натворил? Все лицемерят. А сами что сделали, не видят. Во. Вот полит просвет идет. Так, это, подожди, дальше не надо. Я уберу отсюда. Вон туда пройдите, камушки оттуда убирайте. Вот на дороге, которая сбоку камушки, по одному камушку там скидывайте. Давайте. Ой-ой-ой. Как мы тут с ними сегодня поправимся? А то у меня сегодня
31-е, перед сентябрем. Прошел, всех бабушек поднял я сегодня, чтобы молились, чтобы умно сделали правители. Сохранили школу. Так учителей больше, чем это, ну и что? Сегодня столько, завтра столько. Дети-то растут, уезжают в город. Кусинов приехал, а у них трое уже в Барнауле. Школу устраивает Анфим, или совет, так сказать. Никита, Никита. Или совета. Никита. И Никита. Никита, да. Ну. Все, молоденькая, иди на работу. Угу. Слава Христу. Благодарим.